Приветствую вас, и пристальные взгляды свидетельствуют о том, что человек испытывает к вам определенную симпатию, вы вызываете у него определенный интерес, и так или иначе этот человек по отношению к вам неравнодушен. То есть вы значите для него больше, чем просто обычный незнакомый человек. Вы значите для него нечто большее, чем то, что есть между вами сейчас. Потому что этот взгляд, это как бы потребность невербальная с его стороны в большей близости между вами, чем она существует на сегодняшний момент. И вы также постарайтесь учесть тот факт, что человек достаточно робок для того, чтобы вам эту свою симпатию откровенно выразить, чтобы дать вам понять, что он действительно вам симпатизирует на более высоком уровне, чем вы сейчас находитесь в своих отношениях. И, возможно, вам предстоит самостоятельно подтолкнуть его к тому, чтобы он как-то проявил себя, то есть вам нужно сделать первый шаг, если вы испытываете то же самое, что я описал в своем видео. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь, личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.